Кот-бегемот появился в Мурдоме 4 года назад. Сначала он был на передержке у волонтеров, позже перебрался в приют. Ему около 6 лет, бегемот спокойный и ласковый кот. Он будет просто лежать на подоконнике, на диване, будет ждать ласку, ждать, пока его покормят. И в целом, то есть, идеально подойдет в семью для взрослых детей. У него все в порядке со здоровьем, он кастрирован, вакцинирован, обработан от паразитов. Также он хорошо уживается с другими котиками, поскольку на передержке в приюте он жил вместе с другими. И в целом он никого не задирал. То есть он мог за себя постоять, если вдруг его кто-то задирал, но при этом сам никогда никого не обижал. Еще один долгожитель приюта – кот Маркус. Котенком его подкинули к одной из ветеринарных клиник города. У него были проблемы с глазками и лишай, поэтому Маркусу предстояло долгое лечение. С глазками была более серьезная ситуация, потому что тут стало понятно, что без операции не обойтись, и нам пришлось обращаться к офтальмологу, к ветеринару и возить его в Арзамас на операцию. Операцию мы сделали, она прошла успешно. Единственное, что глазки, поскольку оперированы, так или иначе, они периодически у него могут гноиться, то есть их надо все равно обрабатывать, капельки ему капать, но здесь просто соблюдение ветеринарных требований, и все будет хорошо. Маркус видит. Зрение не идеальное, но он хорошо различает силуэты и тени. А еще он станет отличным другом для активных игр. Маркус – это просто вечный двигатель. Это вот если у вас дома есть дети, то Маркус подойдет идеально, потому что он готов бегать, прыгать, носиться, он не может спокойно сидеть нигде. То есть это кот, которого обожают просто все дети, которые приходят к нам на экскурсии, потому что помимо того, что он ласковый, он мурчит, сидит на ручках. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-908-762-09-51 или пишите в группу приюта ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.